Азар, никто не может сравниться с Месси, он невероятен. Лидер Челси поделился мнением о звездном аргентинце. Нападающий лондонского Челси и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что у его команды было мало шансов в игре чемпионата Англии против Манчестер Сити, 0-1. Мне нравится играть девятку, но эта роль отличается от моей любимой десятки. Мне не очень понравилось то, как мы играли против Манчестер Сити. У нас было мало шансов, мы не очень хорошо поработали. Но если я буду развиваться в новой для себя роли, то достигну новых успехов. Я похож на Месси. Никто не может сравниться с Ля. Он невероятен. Конечно, мы имеем сходство в небольшом росте и быстром беге, но он оценивает каждый момент совсем по-другому, цитирует Азара Эл Эквип. Ранее сообщалось, что Месси посоветовал Неймару отказаться от предложения Реала и рекомендовал другой клуб. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.